знаете, я так далеко не думаю еще пока, потому что я хочу приехать домой. Вот. Собственно, ну, наверное, надо с утра просыпаться и начинать думать, как я буду выступать, с каким номером, с какой песней на Евровидении. Большая, огромная работа. И мне надо немножко восстановить силы для того, чтобы чуть-чуть немножко отдохнуть. И чтобы совершить эту работу, нужны силы, поэтому будем стараться аккумулировать, собирать и анализировать грамотно и с достоинством. Я думаю, конечно же, все будет меняться, потому что мы будем работать над песней, мы будем искать что-то лучше. Вот, и очень хочется найти, скорее всего, ну, на данный момент, мне кажется, это должна быть танцевальная песня в стандартном формате Евровидения, где можно поставить красивый номер, где можно показать вокал. И мне кажется, не зря же Филипп Киркоров меня сравнил с Анни Лорак. Значит, все-таки какое-то сравнение есть, и я считаю, что это достойное сравнение. Я считаю, что Анни Лорак очень сильная вокалистка, и у нее очень красивый был номер на Евровидении. Вы знаете, я бы, наверное, начала так. Какие страны я уже посетила? В этом году, в течение месяца, я посетила Грецию, несколько раз Швецию и была уже в Лондоне. Дело в том, что я на данный момент работаю еще над своим сольным альбомом, и я летала в эти страны, чтобы записывать песни. Наверное, теперь, так как я буду представлять страну на Евровидении, то, наверное, мой пресс-секретарь скажет, какие страны я теперь обязана буду посетить. Алло, что?